Старожилы говорят о том, что за такой кратковременный срок не помнят, чтобы выпадало столько снега. Эстеты говорят, что зима сегодня удивительно красива. А работникам коммунального хозяйства и дорожных служб рассуждать о красоте и былых временах некогда. В Рыбнице и Рыбницком районе за сутки выпало рекордное количество снега. Толщина снежного покрова составила более 35 сантиметров. В городе, районе по расчисткам дорог работает 36 единиц техники. Привлечено 280 человек. Израсходовано 130 тонн песчано-солевой смеси. Решением штаба по борьбе со снежными заносами привлекается техника предприятий и организаций, а также личный состав Министерства обороны. Несмотря на погодные условия, междугороднее сообщение осуществляется согласно расписанию. По сельским направлениям маршруты временно приостановлены. После расчистки основных магистралей будет производиться расчистка населенных пунктов района. По городу движение спецтранспорта затрудняют припаркованные на обочинах и под запрещающими знаками автомобили. На дорогах, где интенсивное движение, были установлены дорожные знаки с требованием остановка в определенное время, то есть с 23:00 до 7 часов утра ограничено. То есть это было сделано для того, чтобы было удобнее очищать проезжую часть дороги, дабы не затрудняло движение. Но, как показала практика, есть у нас ряд водителей, которые проигнорировали эти требования дорожных знаков, на которых за минувшие сутки было составлено 5 административных протоколов. Нерадивые водители штрафуются. На сегодняшний день сумма за нарушение составляет 92 рубля. За минувшие сутки зарегистрированных ДТП не было. Для автомобилистов действует горячая линия 4:35:20. Четырем водителям, которые попали в непредвиденную ситуацию на дорогах, сотрудниками ГАИ была оказана помощь. Также представители всех служб рекомендуют по возможности не выезжает за пределы города. Ирина Шлаева, Наталья Лисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.